Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенды Даркомании. У нас идет битва с боссом, уже она идет второй день. И также у нас есть северное задание. Давайте начнем с битвы с боссом. Это у нас Грунгильда, кстати, это один из драконов, которого можно как-то там получить. Дракон Брунгильда не любит викингов, но восхищается их модой и сама пытается одеваться в том же стиле. Поэтому тренер часто отправляет ее работать под прикрытием. Брунгильда не любит викингов? Вот так вот. Вот такой вот у нас тут боёчек. Ну, я за день прошел один круг, а вот за второй день что-то вообще как-то не сложилось. Традиционно. Так, теперь давайте зайдем в северное задание, посмотрим, что у нас здесь. Я уже тут на шестом этапе, но его я пройду, как бы, скорее всего. Здесь на самом деле ничего сложного нет. Ну, немножко вот с этим сложно, потому что я пытаюсь выводить сейчас легендарного дракона. А с этим, в общем-то, делом все просто. Так, что у нас тут? Ну, вот этот дракон Шевалье, новый эпический дракон ОВД, это у нас вот паяц. Лед плюс мед. Ну, его я не вывожу. У меня комбинашка идет на Шевалье. То есть огонь плюс зеленый. Вот такая вот у меня комбинаха идет. И также, кстати, вот, да. Я все-таки успел, ребята, в последний поезд. У меня дракон тыковка. Ну, я вам об этом писал, кстати. О, а там было задание не высидеть, а вывести. Ну ладно. Так, не, тебе туда не надо, тыковка. Тыковка пойдет сюда. Дракон тыковка. Так, не, ну качать давайте мы будем сегодня не его. Мы качать будем. Вот это вот, парнишка, только перед этим нужно, наверное, взять нам заданчик какое-то. Дайте драконам еду. Вот так вот. Берем это задание. Да, к сожалению, пропущу я. Кристальчик один. Вот такой вот у нас дракон. Выглядит очень круто. Вообще нарисован четко. Никаких пикселей нет. Вообще графика, это явно свеженький какой-то дракончик. Нарисован был классно. Так, приглядываюсь, ну, он, да, хорошо нарисован. Не то, что некоторые драконы. Ух, нифига себе! У него коса вместо хвоста. Уху-ху! Ему это в пару с Муэрты, короче. Ну, дракончиком, у которого на спине гробики. Так, ладно, давайте его сразу откормлю. Там на 17-й левел. Ладно, уж на 18-й. Вот так вот я его откормил. Блин, выглядит прикольно. Это просто... Так, нет, слишком ты как-то... Как какой-то раптор. Хам-хам-хам-хам, блин. Ничего себе. Так, а ты у нас кто? Пустота. Для тебя есть двигать? Нет у меня пустоты свободной, да, к сожалению. Так, у меня... Зато есть энергия свободная. Нужно будет потыкаться, может, у меня кто-то в пустоте есть... Энергетический. Вот это он, да? Давайте вот так. И из легендарного жилища вот, пугало двигаем тоже вот сюда. О, теперь все хорошо. Так, промежуточное название ему давайте какое-то дадим. Не ци, а Криперс. Черт, не то. Крипер. С не влазит, да? Криперс. Ну, фильм Джиперс Криперс, ребята, смотрели. Такой довольно жуткий фильм. Первая часть. Вот это у нас, короче, наш такой дракон. С этим готовим. Так же, как вы заметили, у нас идет клановое событие. Это нам не надо, это нам не надо. Еду собрать. Давайте еще соберем еду. Задание зато выполним. Дайте драконам еду. Хорошо, ну ладно, это я сделаю потом. Давайте сейчас пойдем в осаду. Мы так вроде как движемся. Да, опережаем нашего противника вдвое. Так, держать, ребятки, давайте. Вот я атакую обычно 80%. Потому что 50% я атаковал, из 5 ударов я попал только один. Короче, такая фигня. По-моему, один попал, ну, с бонусом, а 3 промазал. Это, короче, полный какой-то нонсенс. 50% не должно быть 3 промаха подряд. То есть, вот так вот мы тут воюем потихоньку. Так, что у нас там? Кто-то просит помощи? Уже нет, уже все ребятки справились.
Давайте драконам еду. Давайте кому-то дадим еду. Что-то такого низкого уровня. Я тоже потихоньку повышаю уровень драконов, до 20-го подтягиваю там. Кому, короче, что надо, тому и даю. Это нам не надо на колдовской арене. Давайте я поставлю, может, мы туда дойдем сейчас. Так, это добро, наверное, все-таки соберу все. У меня здесь обычно еда недолго стоит, я часовую использую пока что. И давайте вот куда мы пойдем. Я уже тут подготовил все. Нам осталось буквально совсем чуть-чуть. Один бой, и все у нас в шоколаде. Давненько мы сюда не заходили. Вот у меня уже вторая, естественно, комбинашка. Вот мой слабенький рысь. По нему даже промазали. Ха-ха-ха. С факелом, конечно, прикольный. У факела массовая атака. Один труп. Один удар, один труп. Ух ты, ё-моё, выжил. Надо было другой удар применить. Но это не страшно. Мы тут полюбас победим. Пробиваем. Правда, надо было этого фавна пробивать, или как там этого верхнего дракона зовут. Ну, давайте высосим из него всю силу, всю кровь до капельки. И все. Это наша победа. Средний открываю. Не знаю так. Куда пошло, туда пошло. 8 кристаллов. Вот это нормальная награда. Это было неплохо. Кстати, а теперь давайте в героический режим. Я все-таки шкачну Анубиса на 2 уровня, по-моему, да, с прошлых времен. Так что давайте попробуем. Нам, по-моему, тут чуть-чуть не хватало. Эх, жаль, не парализовало. Блин, ну вот надо было вот так вот сделать. Это западло. Черт, мы потеряли архангела. Но мы, походу, прошли. И, в общем-то, довольно легко. Это же был героический режим. На 2 звездочки. Так, давайте еще раз попробуем. 62-й левел. Ну, в принципе, мы же один нормального уровня здесь. Анубиса моего тут... Ну, не трогать. Ну, хоть промазал, это радует. И промазал. Нет, не промазал. Получи метку смерти. Умер. Кто бы сомневался. А почему так? Ах ты ж гад, заразил моего факела. Так, ну в общем-то мы довольно уверенно прошли 2 остановочки, ребята. Так, ну, с боссом будем разбираться. Не, ну это мы никак не пройдем. Как это так? Босс, волна 1, волна 2, извините меня. Это нереально. Ну, имея, да, не имея драконов помощнее. Пока что мы остановимся, наверное, здесь, ребятки. Так. На колдовскую арену. Так, что здесь у нас? Да, я провтыкал, опустился в лигу ниже. Но это сейчас будет избиение младенцев. Так, ладно, это я тогда сделаю за кадром. Здесь совсем какие-то легкие противники. Давайте зайдем тогда в колдовскую лигу. Так. Чаще, мне кажется, начали попадать эпические легендарные зелья. Что-то мне такое как-то впечатление за последних пару дней сложилось. Так, а ну-ка давайте попробуем взять свою слабую комбинашку. Ну, если это, короче, один из сильнейших драконов, то мы пройдем. А если нет, то нет. Блин, 3 удара плохо, конечно.
Так, довольно больно ударил. 34. Это называется поровну. Справится, не справится. Ну, вообще-то, это легендарный же, все-таки должен справиться. А, вообще звездочка у нас все-таки повыше уровень. Там 40-й, а у нас 42-й, считай, что. Ой ты, блин, самоуничтожение. Не хотелось, конечно, так было потерять тигра, но... Но дальше у нас легко идет. Лунтик. Дракон Лунтик. Справится, не справится. Там у него, считаешь, 39-й. Давайте попробуем. Справился. Молодец. Дракона демона победили. Хотя это не демон, но выглядит он как демон. Вот так вот. В общем-то, прикольно получилось. Сходу так самый сложный бой свой провели мы. Так, теперь давайте обкатаем нашего Анубиса. Обновленного 53 уровня. Снова Лунтик. Это легендарный дракончик, да, у нас. Довольно крепкий крестоносец. Ну, 10 уровней почти разницы. Так, механический змей, да, по-моему, или кто это у нас был? Или... Ладно, неважно. А Гавушка. Джинни, который когда-то был легендарным, по-моему, да? Джин у нас сейчас редкий, а он был то ли эпическим, то ли легендарным еще. То есть было два разных джина. Так, ну у меня сейчас 7,5 миллионов еды. Не знаю, кого мы будем качать. Нужно нам, да, будет стихийки наверстать. Не помню. У Тора будет энергия. Но энергия у меня уже есть, у Архангела. Вот, короче, даже не знаю, кого его куда качать, ребятки. Так, давайте код дружбы. То его в последнее время редко показывают. 5B0F59. Так что добавляемся. Давайте, что там наш полуживой ученик. Ученик наш, короче, последний визит 30 дней назад. Короче, мертвые ученики, все, никто не хочет учиться. Ладно, ребят, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.